После каждой презентации принта вся группа, все четверо оставшихся аплодируют этому одному. Вот тут не нужно путать, потому что следующая, последняя штука – это как избежать перспективы. Почему это получилось? Потому что мысль была правильная. Ну, в том потоке информации в соцсетях, которых сейчас очень-очень много информации, давайте так говорить грубыми словами, хламовой, Дадабас выделяется, правильно сказано, своей харизмой, умением подачи материала и умением очаровать. У меня кардинально поменялось мнение о коучерах и тренерах, потому что до этого они для меня были все в одной касте банды знахарей, и как бы это был лейбл, который никак не могли смыть ни один из всех, с кем я встречался до этого дня и момента. Дандапас, Радислав, он дает выжимку из всего хаоса, он дает самое основное, и это его отличает. Более того, энергетика в зале постепенно-постепенно увеличивается. И не каждый тренер это может делать. Сам, являюсь тренером, могу сказать, что это только можно учиться. Был просто интересный, любопытный. В принципе, на данном этапе то, что он уже рассказал, это очень круто. Эти новые подходы к управлению состояниями мне понравилось. Очень много нового. Особенно забавно, что это все нормально. Я тоже занимаюсь переговорами, поэтому это особенно важно. В момент переговоров контролировать себя и правильные эмоции вызывать у тех людей, с которыми ты разговариваешь. Сама атмосфера. Здесь столько знакомых людей, здесь столько интересных людей. Здесь заряжаешься энергией. Здесь понимаешь, что это сообщество, в котором можно развиваться. Ha 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 ha!